Би-Джей Бляшкович представляет. Hello, guys! С вами снова Дмитро. И сегодня мы будем проходить вторжение в Северную Америку, начальная фаза. Сама по себе миссия несложная, сменить толковых генералов. Но штука в том, что скорость важна. Я пошел только на 2 звезды, поскольку неважно действовал. Если работать оперативнее, можно набрать и больше этой же тактикой. 18 раундов нужно для победы на 5 звезд и 40, чтобы на одну. 600 единиц еды к нам изначально пришло, 500 золота, 100 рабочих сил. Любопытные тут довольно цели миссии. Они довольно далеко расположены друг от друга. Монреаль с генералом Коттоном. Кингстон с пулеметным генералом Сиднеем. Форт Йорк с Роландом. Ну и у америкашек цель бонусная есть. Чтобы открыть вторую фазу операции, финальную, нужно захватить Нью-Йорк, уничтожив генерала Диборна. Так, все назвал вам. Угу, все. А, и вот еще что, надо удержать Лексингтон с нашим генералом Мармонтом. Ну вот. Кого мы имеем? Гвардию двойную, помимо нашего Мармона. Легкой пехоты тоже двойную. Ракетницу двойную. Двойную гвардию Одино. 2 бронемобиля. Двойную легкую артиллерию, двойную гвардию, кавалерию, двойных гренадеров и, пожалуй, еще 2 кораблика, пароход и бэтлшип. Помогать нам в этой битве еще будут испанцы. Итак, назначим генералов изначальных. Первым будет, как всегда, Лорч. На артиллерию назначим Тревеля плюс Нельсона. И на броники назначим Лассалия. Хочу вам показать, какой экстра урон он может наносить иногда, если его назначать на бронемобиле. И Мирата назначим на гвардию. Все. Если понадобятся еще генералы, мы их потом купим. А пока нам стоит улучшить еду. Все. Теперь фаза операции началась. Нашей. Если вы хотите открыть вторую миссию, придется атаковать Нью-Йорк. Поэтому часть войск придется направить именно на Нью-Йорк. А остальными будем защищаться. Сейчас будет такая штука, что на нас нападет этот генерал с своими войсками и этот генерал. Поэтому особо далеко уходить не надо. Атакуем Провиденс. Вон сюда. Ах, хотя нет, солдатами мы займем Лексингтон и будем оборонять его. Потом Тревелем атакуем здание. Ну и Лассаль быстро перемещается вот сюда, а Удино пусть на завод пока. Телегистов наших теперь надо переправить. Нельсона.
Мюгата и Гайнадёров, но Гайнадёров у нас будут как рабочая сила. Нью-Йорк хорошо обстреливать с воды, поэтому пароходом поплывем. В ту сторону. Все. Первый ход сделали. В бой пошли номерата нашего. Ракетница пошла на Суворова. Чтобы в следующий раз ход был, так сказать, побыстрее. Не смотреть, как враги походили, потому что юнитов тут очень много. Я буду пропускать их ходы. Надеюсь, сегодня не против. Итак. Поехали мы. Сначала только... Разберемся с вражем. Строением. Теперь займемся... О! Или 107. Вассаль снес. Ну вот и отлично. И тут мы жахнем. Все. Нельсоном пойдем в атаку. А Миратом, раз уж нам тут загораживают дорогу. Просто пойдем корабликом поплывем дальше. Все, остальными пока не поедем никуда. Вот видите, к нам уже пошли. Нельсон, Одино и Мюрат будут оборонять завод. В Лексингтоне будет легкая пехота. Так, я вам обещал ход пропустить. Все. Ход мы пропустили. Теперь вот сюда. Пожалуй, вот сюда. Вассаль хорош. Ну, пушкара можно по пехоте стрельнуть. Его не сильно пошкаривают. Тут, пожалуй, пойдем на пулеметы. Все, следующий выстрел по пулеметам будет фатален. Кораблем можем уже атаковать пушку, она нам не особо угрожает. На солдат десантируем. Ведем стрельбу по гвардии. Мигатом просто перейдем тут. И тут ведем стрельбу по гвардии. Пожалуй, все. Ну вот и пошли на Удино. Но наша цель сейчас будет вражеский генерал. Идем мы на него всеми средствами. Так, неплохо мы идем. Мораль понижаем. И упасим дальше. Неплохо мы прошли. Надо за едой поскорее. Потому что моралька штука суровая. Неплохо так по вассалю. Да, или. Но все-таки это пулеметы. Пулеметы оружие страшное. Стреляем по кораблю врага.
И плывем дальше. Поскольку нам нужен Нью-Йорк. Меняем ходы. Всю обстановку тоже. Итак. Да, там разберемся с гвардией, с войсками противника. В Лексингтоне придется отвоевать наши потерянное продовольствие. И придется атаковать Удинону, что поделать. Не фатально. Там можно. Ну и по ракетнице стрельнуть. Все, этими войсками мы будем продвигаться теперь. По Августе и Кингстону. С Уоррен, Лассалем и Мормоном мы пойдем штурмовать неприятельские позиции. Так. Джексону мораль мы занизили. Теперь будем его лупасить. Ух! Ну, от Лассаля не убежал. Потом захватим города побольше, может быть, еще кого-нибудь назначим, чтобы поскорее разобраться совсем. И вот еще что, Джервис к нам скоро придет. Поэтому, может быть, придется еще немножко. Так, минутку, что я нажал. А, все. Все в порядке, хоть меняем. Все, что раунд у нас идет. Джервис все-таки приближается, поэтому придется нам немножко тут посидеть еще. Что-то Джексона мы его вынесли. Улучшим еду теперь. Пойдем дальше. Теперь мы можем атаковать Диборна со всех сторон. Все, он практически готов. Уже в следующем ходу Нью-Йорк будет, если уж не наш, то у союзников. А этого достаточно для того, чтобы вы прошли миссию на дополнительный бонус. Тут разобрались. Ну и Нельсоном. Пулеметы готовы. Все, ход меняем. Смотрим, что у нас дальше. А дальше Джервис пока не спешит. Между тем, Диборн уничтожен. Лассалем быстренько переместимся. Суворовым займем. У америкашек все. Мораль подпорчена. Теперь можно вздохнуть спокойно, они нам не особо будут врагами сильными. Кроме того, у них остался только генерал один, Хау. И особо сильным я его не считаю. Так.
Здесь у нас армия все-таки подходит. Джервисовская медленно, но верно подходит. Поэтому придется нам мочить их потихонечку. Ну и заодно мочить еще и здание. Ну и солдатами, чтобы Джервис нас достал. Так, что мы еще можем сделать? А, собственно, ничего. Меняем ход, смотрим, что получилось. Нельсона и Тревеля немножечко зажали. Придется нам отступать немножко. Ну и Тревель своей волшебной ракетницей. Очень неплохой урон наносит. Если у вас есть артиллерийский генерал еще один, то я, вот, например, куплю пушечку. У нас последний генерал остался просто. И мы можем кого-нибудь назначить. К примеру, вот Блюхера или еще кого. Но у меня есть пятизвездочный генерал, я его, наверное, и задействую сейчас. Наполеон. А тут мы пройдем как по своей земле примерно. Поможем испанцам захватить тут. Пожалуй. Не захватать не станем, выйдем противнику. Все, ход меняем. Тут сделаем заслон, чтобы атаковать Джервиса. Даже тут получится его атаковать. Правда, немножко незначительно. Ну и при помощи Одино пойдем в атаку. У него тут отобьемся от гвардии, которая идет на нас всеми средствами. Ну а тут вассалем нашим пойдем в бой. Так, гренадеры могут захватить Нью-Йорк, поставим на него охрану в лице гвардии. Пароходиком разнесем тут. Теперь можем кораблями даже порт захватить третьего уровня. Похоже, все. 10-й раунд, а мы не особо и продвинулись. Как видите, так что сейчас в скорости мы снова будем уступать. Джервис у нас очень хорошо идет. Так. Ну вот теперь с Джервисом мы еще не до конца сделались. Задействуем нашего Одино.
ничего не получилось. Ну ладно. Нельсон точно его вынесет. Все, нету Джервиса. Тут мы разгромим остатки гвардии. Плюс нашим мормонтам покорябаем артиллерию. Захватим заводик. Оу, у нас тут еду выжгли. Вот это уже нехорошо. Придется нам немножко потратить времени, чтобы его восстановить. Еда нам сейчас нужна. Без еды сможет двигаться, насколько я понимаю, только Нельсон. Это сыграет нам очень плохую службу. Все, нам сейчас будет не очень хорошо. Эти негодяи у нас отобрали святое. Хотя вот, еда есть. Еще. Вот так пойдем. Так что это еще не конец. А тут самую банальную охрану купим. Так. Ну-ка, мы, может быть, сможем пройти дальше? Ведь там еще еда есть. Да, сможем. Так что... Это не конец еще, действительно. Все, с едой вопрос, я надеюсь, решен. Теперь стрелковые пауки отправим. Но противников тут будут нас количеством давить. Но я на вашем месте не советую занимать Кливленды всякие. Идите... Прямо на форт Йорк, чтобы кружить их. Потому что потом, когда форт Йорк и Монреаль будет нашим, мы окружим Кингстон и поодиночке всех швыряем. Кого куда. Так, теперь корабликами уплываем. Меняем ход. Такую гвардию. Мы все равно в нехватке еды чуть-чуть. Так что придется идти еще искать. А там лучше не здесь атаковать, потому что пушкари. А там пойдем за едой, пожалуй. Можем пойти в Одино, но я не уверен, что у него хватит здоровья вынести вот этих чудиков. А еще у нас нету города весов, поэтому придется тут на мосту остаться.
еще лучшим видом. Тут мы можем атаковать артиллерию артиллерией. Лассаль не убил, как ни странно. Ну а теперь задействуем наши корабли. Плывем дальше. Все. Ход мы меняем. Тут генерал Одино снова строй возвращается. О, шикарно, мы смогли отвоевать назад нашу еду. А тут мы даже городок захватили какой-то провинциальный. И тоже улучшим. Теперь поехали, что ли? Захватим тут чего-то такое непонятное. И между тем пойдем в атаку на пароход. Меняем ход. Они могут захватить. Ничего не захватили. Что-то там Дибон говорит. Чего он говорить не мог. Хотя бы потому, что он умер. Добавим страдания америкосам. Купим еще гвардии. Лассаль вперед. Тут мы можем ударить по гренадёром. И по коннице. Так. А тут все. Хватит в игрушки играть. Идем на Монреаль. И нашу еду заберем обратно. Ой, отступить придется сейчас, возможно. Все, ход меняем. Ах ты! Наш завод заняли. Ну вот, бывает. Так бывает. Ладно, Дино все равно погоды никакой не сделает. Поэтому этим негодникам нададим по одному месту. А тут бьем генералишку. Он еще достаточно силен, чтобы атаковать Мирата, поэтому мы будем здание. Теперь вперед. Только вперед.
Так. Есть Лассаль у нас хороший, который выпиливает всех. Мы можем ехать дальше, всех мочить. Если Лассаль окружат, будет плохо. Тут придется подождать. Сколько у нас атакуют слишком сильно. Меняем ход. Ой, по Мирату пошли. Не люблю, когда по Мирату атакуют. Тут перейдем, пожалуй. И Нельсоном из убойной позиции пробьем. Врага мы не вынесли до конца. Придется еще подождать. Чуточку. Твою и нашу еду наконец-то. Придется тут все-таки оборону держать. Некоторую. И смотреть в оба, естественно. Ну, тут захватим, если получится. Как жить подкрепление еще на присылает. Все. Тут мы проходили всеми, кем планировали. И Лассаль. А подумать, как в этой ситуации лучше поступить. Давайте, была не была, только ушам, чтобы здоровья больше дали. По регенеришне. Все, ход сменим. Теперь Лассаль, держись. Выжил. Я сужу по иконке. Коттон. Все. Теперь Тривелем. Фигачим. Неприятельскую позицию. Монреаль наш. Обратите внимание. Поэтому скоро эта война закончится. Но на 5 звезд не пойдем. Не пытайтесь даже. Пошли все-таки они по Лассалю. А мы пойдем по форт Йорку. Лассаль не убил до конца, поэтому придется еще улучшить. Пока все. Тут можно моральку понизить неприятельскому судну. Этим кораблем атаковать не будем, он уже дохлый. Тут очередное улучшение сделаем и отсидимся, пожалуй.
Тут придется идти на Кингстон одним. Тут артиллерия у нас вражеская. Не уверен, сможет ли Нельсон в одиночку расправиться с таким количеством. Тут вражеский автомобильчик придется. Лесу изобретать. Все, меняем ход. Нет. Бронемобиль до врага доберется. В лице нас. Прошу этих противники, неприятели. Так. Тривелем. И добираемся мы до нашей главной цели. К нам тут Веллесли идет, оказывается. Так что придется немножечко вот так. Итак. Что мы еще имеем? Форт Йорк и Кингстон у нас осаждены практически. Для победы нужно всего лишь поднажать. Тут города улучшить можно. Городок потерять можно. Ну и ладно. Фиг с ним. Удино еще может походить. Хотя. Пусть он так пойдет. Теоретически не Мюрат, а он может войти в город. Теперь атака. Непосредственно на форт. Так, у Ассаля мы последний раз отсидимся. Не будем больше. Так, подождите минутку. Ну что, Сидней, Сиднеюшка. Ты труп. Практически. В следующем ходу мы с тобой разделаемся. Теперь вопрос, куда пойдет Уэллисли. Так, броник. Надо атаковать. Купить охрану. Так. Лос-Алем и прочими будем бить. Так, хану гачим. Город захватили, козлу. Придется так идти. Все, меняем ход. Держись, Мират. И Вассаль тоже держись. Потому что в этом ходу мы уже можем все. Роланд готов. И теперь Сидней готов. Кингстон наш.
Так что победили мы. Быстрее, чем я ожидал, но все равно не идеал. Только 4 звезды. Я дополнительно 20 медалек заработал. Итого 24. Из генералов вы можете использовать других. Послабже, но эффект может быть хуже. Поменьше звезд. На этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся в следующей битве. И помните, все самое интересное и еще впереди.